Спасибо, Боже, за все, за все. Благодарим Господа. Благодарим нашего Спасителя, Господа, всемогущего Творца. Спасибо за все. И совершая хлебопреломление, восхваляем Бога. Евхаристия. Православие мы называем Евхаристия. Сегодняшняя вот такая засветлая еще молитва. И вот и сейчас я сделаю включение. На протяжении вот уже пару месяцев я регулярно выхожу в эфир, пока есть такая техническая возможность, вот значит и интернет, и все. Каждое утро делаю включение в 6:00 по киевскому времени. Вот. Молюсь, совершаю причастие, Евхаристию. Сегодня у меня не хала, а здесь то, что из семинария еще хлеб остался, вот нарезанный. Вот просто хлеб белый батон беру сегодня, да, так вот. И сок, вот просто сок, виноградный сок. Но самое главное причастие, в причастии это не просто там качество вина, хлеба, как вот раньше там рассуждали отцы многие, а качество нашей веры. Слава Богу. Поэтому тоже приготовьте себе, налейте себе соку, приготовьте себе хлеба. Или даже просто, даже если, когда нет сока, допустим, не всегда сок у меня, то а причастие, вот у меня побуждение такое большое, это именно причастие совершить, то я просто воды наливаю и беру просто хлеба. Порой там вот ржаной хлеб, допустим, там у меня белорусский есть, там полезный, там беру. Вот и совершаю хлебопреломление, причастие. Потому что причастие это рассуждение о теле крови Иисуса Христа. И когда мы принимаем действительно вот устами своими, да, мы соприкасаемся как бы с вечностью в этом рассуждении. Потому что мы знаем, что мы пьем это кровь Иисуса Христа, едим это тело Иисуса Христа. Это действительно таинство. Таинство Евхаристии. Спасибо, Боже, за все. Спасибо, Господи. Благослови сейчас нашу молитву. Благослови, Господь, эту трансляцию, кто подключился сейчас. Благослови, кто подключается на этот утренний, в этот утренний час на молитву утреннюю. Боже, благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа, благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины. Ты, что везде, везде пребываешь, и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за это доброе утро. Благодарю Тебя, Господь, за благодать Твою, милость Твою, потому что благодатью мы спасены. И это не от нас. Это Божий дар, Божий всемогущий. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю, Господь, за действительно чудо. Вот, и зажженная свеча, вот для меня образ, как раз вот такой икона, да, образ света Христа, который сияет во мне, который сияет в этом мире, и никакая тьма не погасит его. Свечу можно погасить, но свет Христа нет, он
вечный свет. Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Всякого человека, приходящего в этот мир. Всякого человека, абсолютно всякого, каждого из нас. Вот, даже если вы подключились, потому что смотрят тоже очень разные люди, верующие, неверующие, даже если вы атеист, Бог, Христос, Иисус, Спаситель, Господь, Он и вас просвещал и просвещает. На этой земле невозможно родиться человеку и не быть просвещенным светом Христа. Невозможно. Даже в теории это невозможно. В практике наипаче. Каждый из нас, каждый человек просвещается светом Христовым. И все доброе, светлое в жизни человеческой действительно это от Него. Просто многие потом взрослеют и забывают об этом свете Христа, который, даже не зная, воспринимаем мы еще юной душою. Но этот свет Христа, он все равно, даже если мы не ощущаем его, он сопровождает нас всю нашу жизнь. Блаженны те, что поворачиваются к Нему своим лицом, не отворачиваются от этого света. Блаженны те, что принимают этот свет Христа в свою жизнь, в свою судьбу, в свой разум, в свое сердце. Блаженны те, что принимают Божью безусловную любовь, которая как свет в этом мире. Свет Христа просвещает всех. Он есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Всякая душа, рожденная на этой земле, она имеет это просвещение. Просто потом забывает. И одному товарищу своему по училищу художественному, где мы учились вместе, мы занимались живописью, часто на пленэре были, вместе тоже и с другими друзьями. И я одному из товарищей своих сказал тогда так. Мы как раз училище уже заканчивали, 4-й курс был училище художественного. Да, молодые художники. И я ему сказал, по поводу веры, по поводу вот именно обретения веры. Я ему говорил о Христе, я ему говорил о Иисусе, из Евангелия много цитировал. Вот, приводил ему притчи Христа. Но он как-то так вот, он слушал, ему нравилось, но он как-то недоумевал. Вот, и я как бы, я не помню даже, как он сказал, вопрос какой-то задал такой. Вот, как мне это вот, ну, вообще понять, как бы с чем сравнить, что ли. Вот, но я не помню даже точно вот его вопрос, но я запомнил свой ответ. Потому что я точно понимаю, что это было, ну, свыше для этого человека как раз, для него, для моего товарища. Чтобы он услышал, потому что когда мы в убедительных словах человеческой мудрости пытаемся, то это слово, оно мало проникает, но вопросы возникают после этого, да, конечно, и польза большая бывает, конечно, да, впоследствии, но когда явление духа и силы, то это действительно, скажу так, чудо, когда явление духа и силы. И явления духа и силы бывают по-разному, в разных ситуациях, да, согласитесь. Явления духа и силы бывают, допустим, в исцелениях больных, бывают в чудесах, допустим, несколько случаев, я не очень люблю, честно говоря, так проповедовать людям пьяным, допустим, да, значит, наркоманам, которые находятся в таком состоянии опьянения, вот, алкоголикам, которые, ну, в таком алкоголическом опьянении. Я обычно прохожу мимо таких людей, как бы, значит, но хотя иногда было побуждение, но я проходил, к сожалению, это неправильно с моей стороны. Но иногда я чувствовал это побуждение от Духа Святаго, и я подходил к этим людям, подходил. Хотя я понимал, что чисто по-человечески бесполезно говорить, потому что с пьяным, проповедовать пьяному это, ну, как бы, без пустого в порожнее, как бы, и ничего, как бы, ну, как с гуся вода с него. Ничего не остается на нем. Но
Это как при дороге бросать. Но иногда Господь учит нас и при дороге бросать. Знаете, мы не знаем, где там склюют птицы, а где прорастет. И вот в этом случае то же самое. Я в этих случаях, уже неоднократных случаях, повлечению духа, когда сам, то ничего не будет. Это я уже убедился. Когда повлечение Духа Святого, то подходил к этим людям и молился за них. Вот, говорил им слово. И знаете ли, одно из знамений, почему я убеждался, что это явление духа и силы, а не просто убедительные слова человеческой мудрости. Даже если мы говорим слово Божье, но если это без влечения духа, без наполнения духом, это все равно человеческая мудрость. Это все, даже если мы цитируем целые главы Евангелий и послания апостольских, это все равно человеческая мудрость. Это убедительные слова человеческой мудрости, будем так говорить. Это не рема Божья. Знаете ли, но когда мы говорим именно в явлении Духа и силы, то это действительно чудо. И вот уже несколько раз такие были чудеса вот эти, когда по влечению Духа подхожу, говорю Слово Божье, и с людей хмель сходит, и люди трезвеют. Люди освобождаются от этого дурмана наркотического или алкогольного. И потом вдруг, ну, уже другие глаза, уже другая реакция. Да, все эти запахи алкоголя, допустим, от него есть, но он другой человек совсем, он смотрит по-другому, он говорит, что случилось? Потом, стоп, я не пьяный, как бы он понимает, что он был вот буквально минуту назад пьяный, допустим, секунду назад, а сейчас он трезвый, истрезвился. То есть Дух Святой, когда он действительно в душе хочет говорить, то для него ничто не преграда. Единственное, что преграда является порой для Духа Святого, как ни странно, это мы верующие. Вот я в этом тоже убеждался много раз, к сожалению. Вот, преграды, каким образом, были побуждения подойти. Вот, я понимал, это от Духа было Божьего, но я все как бы там, ну, некогда там как бы и думал. И я включал человеческую свою логику, включал человеческое свое размышление. Вот, убедительные слова человеческой мудрости сам себе вот как бы направлял такие. Ну, что говорить с пьяным? Ну, как бы, какой толк? Нет, это уже ситуация такая безнадежная. Но для Бога нет безнадежной ситуации. Он прикасается к человеку не так, как мы убедительно можем представить себе и себя убедить, и окружающих. Нет. В явление Духа и силы. Действительно, явление Божьего Духа, явление силы Божьей происходит. И слова Иисуса Христа я вновь выставил на эту трансляцию, на картинку, точнее, извините, картинку этой трансляции. Значит, слова Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 14:6. «Я есть путь, истина и жизнь». «Я есть путь, истина и жизнь». Слова Иисуса Христа о том, что Он есть путь, Он есть жизнь, истина. Это действительно великое чудо. И знаете, друзья, каждый верующий это опытно проходит, опытно познает, потому что одно это дело, как бы, одно дело прочесть это в Писаниях, одно дело это уразуметь как бы своим сердцем, но другое дело это растворить в себе и исполнить. Блаженные слышащие Слово Божье написано, и исполняющие его. И пусть действительно наша проповедь она будет не в убедительных словах, человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Аминь. И причастие, Евхаристия совершается именно в явлении Духа и силы, как явление, проявление, как явление Духа и силы. Друзья, это так. Потому что чисто по-человечески что происходит сейчас? Да, вот мы берем хлеб, беру просто хлеб, вот здесь вот с семинарии там как раз мне некогда было даже к шабату там готовиться, как бы, значит, и попросил там. Там мне и хлебушку положили, там, значит, и первый, и второй, там, значит, там, в баночках, вот, значит, чтобы мне было что-то перекусить, значит, и вот хлеб остался, вот, и, да, обычно батон, белый хлеб, вот, беру, если держу, мой хлеб есть еще у меня, ну, я вот белый беру, вот, чисто в убедительных, будем так вот, словах человеческой мудрости, это просто хлеб, а это что, сок, да, купил здесь в Новусе вот это, Сандора, вот у них, да. И сам магазин так дорогой, значит, но как бы вот сок у них вот дешевле, чем везде. Вот. Такие его. И по-человечески я беру просто вот сок. Да. Благоставляю. Проскомидию совершаю, называется. Проскомидия в православии это приготовление к Евхаристии, приготовление к причастию.
на жертвеннике совершается, очень красивое. Ну, я сокращаю все в литургии, вот, как обновленец, как реформатор, ну, мне простительно, как обновленцу. Вот, значит, и я, значит, обычное приготовление, вся моя проскомедия, это просто помолиться, ну, в простоте первоапостольской, будем так говорить, христианской нашей, налить, приготовить вот соку, хлеба и помолиться за предстоящее служение, за предстоящую литургию нашу. Вот так я обычно совершаю проскомедию ныне, уже больше 20 лет. Потому что до 96 года я совершал ее церемониально, все там по служебнику, как вот я полагал, и полагается. Но это, знаете ли, опять-таки, по расписанному хорошо, но как вот правильно говорил еще Николай Лесков, не Лесков, Гоголь, слушайте, я извиняюсь, Гоголь, да, Гоголь говорил еще в 19 веке, что размышления о божественной литургии, просто я Лескова читал, как раз, значит, это вот его сказы, эти рассказы, а здесь получается, да, значит, Лесков писал о православных там и евреях, раз, очень, очень интересные такие притчи, такие рассказы. Вот, а значит, Гоголь, да, о божественной литургии его размышления. То есть, ну, а вот о богослужении, за которым совершается причастие, Евхаристия, одним словом, православная литургия. И размышляя о православной литургии, он сказал интересные слова такие. Он сказал, что литургия у нас превратилась, говорит, в хорошо отрепетированное театральное действие. И знаете, в 96-м я покаялся в этом театрализации, в этой театрализации, в этой театральности и... Хотя, конечно же, я играл с чувством, значит, и Бог тоже в этом порой так принимал участие, действительно, я прикасался к сердцу моему. Но в 96-м, выйдя из традиционного православия, я был священником тогда Московского патриархата Русской Православной Церкви, слава Богу, по милости Господне вышел из этой среды религиозно-мафиозной, такой коррумпированной структуры. Слава Богу, вот уже больше 20 лет являюсь реформатором, обновленцем и молюсь в простоте сердца своими словами и совершаю литургию так в простоте сердца, в Духе Святом, в благодати Божьей. Благодать Божья ни с чем не сравнима, ничем не заменима, никаким театральным действием она не заменима. Спасибо тебе, Господь, за все. Благослови, Господь, нашу литургию. И причастие примите все, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Это самое величайшее исповедание веры, которое только лишь может быть вообще у нас в роде человеческом. Что Иисус и есть тот самый Христос, Сын Бога Живого, Господь мой и Спаситель мой. Вот это исповедание прекрасное, давайте скажем. Вот и Бога поблагодарим за любовь Его, как сказано в Писании. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, кровушку Свою за нас пролил, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Божья любовь, по сути литургия, это пир Божьей любви. Это пир Божьей любви и милости. Спасибо тебе, Господь. И помолимся такой молитвой. Давайте скажем в начале такие слова, вот, перед причастием самим, собственно. Скажем, Отец Небесный, Бог мой, Бог Святой, благодарю Тебя за Твою любовь, благодарю за Иисуса Христа, Сына Твоего, Агнца Твоего, который 2000 лет тому назад пролил свою кровь на Голгофском кресте за все человечество, за меня лично. Иисус Христос, Сын Бога Живого, Ты Господь мой и Спаситель, Царь мой, Освободитель, Целитель, благодарю Тебя. Иисус Христос, войди в мое сердце, царствуй во мне, во всех сферах моей жизни, в моем разуме, в моем сердце, в моей душе. Спасибо Тебе, Господь, в моем теле. Ты целитель моего тела, Ты благословение моей душе, Ты оживляющий мой дух, ожививший меня, спасибо Тебе, Господь. Дух Святой, я благодарю Тебя за благодать Твою, за спасение. Ой, Боже, спасибо. Братья и сестры, дар Божий жизни вечной во Христе Иисусе.
и утешитель, Он в нас, верующих, поселяется и Царство Свое распространяет. Аллилуйя! В нас и через нас. Спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо. Наполняешь Ты и преисполняешь. Чаша наша преисполнена. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя! За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Владыка всей вселенной. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной. Аллилуйя, 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 аллилуйя. За все я благодарю, за все я благодарю. Аллилуйя. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, в нем совершается наше таинство. В Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, Господь, Ты всегда со мной. Господь, благословен Ты, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли, и благословен Ты, Царь наш, Бог наш, Владыка наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господи, спасибо. 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 Спасибо Тебе, Господи, спасибо за верность и отцовскую любовь, за то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь, за то, что Ты единственного Сына за нас пролил святую праведную кровь. Спасибо, Господь, спасибо. Ты был гоним для нашего прощения. Был беден, чтобы я стал богат. Ты раны принял мне на исцеление. За грешников был праведник распят. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо.
за спасение, исцеление, освобождение. Спасибо. Спасибо. Ляхаем за жизнь, Господь. Ты отдал свою жизнь за жизнь мира. Спасибо тебе, Царь мой, Бог мой, брат мой, Господь мой. Аллилуйя! 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 Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо, Царь мой, Бог мой, брат мой, Господь мой, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Благодарю Тебя за тело Твое, которое ныне есть мы, Церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Благодарю Тебя за всех верных и святых братьев моих, сестер, детей Твоих. Благословляю всех, кто был в трансляции, сейчас подключился к этой трансляции. Благословляю всех, кто потом в записи будет смотреть это. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры. Сегодня у нас, да, вот из Петербурга, привет, я прочитал. Просто не стал отвлекаться, но на комментарии. Сейчас хочу сказать, что вот молюсь о поездке в Петербург. Я очень люблю Петербург, Петра творение, да, и благословляю часто в молитвах. Вот, и надеюсь, что уже вот скоро уже буду у вас вновь в Петербурге. Вот, по крайней мере, вот осенью, этой осенью, да. Вот, и да и зимой тоже, даст Бог. Потому что, значит, и зимой тоже хочу семинар провести. И осенью, и зимой, короче. Вот, в Питере. Значит, и потому что обновленческое, реформаторское такое православное движение, оно возродилось здесь, на берегах Днепра, но начиналось оно на берегах Невы и Ижоры. Да, на севере. Там православное обновленческое движение. Больше 100 лет тому назад, в начале 20 века, да, начиналось оно, зарождалось именно там. Это Колпино, Петроград, в том районе как раз, в тех городах. Ну, Колпино ныне это уже часть Петербурга, в то время это было далеко за городом, Ижорские заводы. Вот, мощное, конечно, было в то время, 100 лет назад это просто для всего государства российского, это было империи, огромное было предприятие. И, знаете, вот, Александр Боярский, один из лидеров тогда обновленчества, как раз он оттуда, он там служил. И на Ижорском заводе его очень сильно уважали. Я об этом в семинарах рассказывал и собираюсь рассказывать. Александр Боярский это дедушка, значит, нашего известного Михаила Боярского, артиста театра и кино. Я Михаила Боярского уже приглашал уже, но тогда не получилось, 2 года назад. Ну и как бы меня там арестовали в Петербурге и судили тогда за Слово Божье. Вот так вот сорвалось это вот мероприятие у нас, но надеюсь, в этом году уже получится, вот этой осенью получится, и Михаил будет с нами, по крайней мере, один вечер. Я несколько вечеров собираюсь семинар проводить. Один из вечеров будет посвящен как раз светлой памяти этого мужа Божьего, его дедушки Александра Боярского. Вот. Так что Питер благословляю. Да, 100 лет назад в Петрограде начинался вот этот процесс, зарождалось православное обновленчество, а родилось в Москве, рождение произошло в Москве, зачатие и образование, будем так говорить, в Петербурге, значит, а рождение в Москве, да, 95 лет назад, в 23-м году, а возобновление обновленчества православного после Второй мировой войны, после 46-го года уже официально не было в СССР обновленческого движения. Вот, до 46-го года официально существовало, но уже последние годы уже так уже, чисто символически, больше вырождающееся уже было движение. А вот возрождение свое в конце 2000-го, начало 2001-го годов получило наше движение именно здесь, на берегах Днепра, в благословенном граде Киеве. Слава Богу!
Да, сейчас сделаю буквально 5 минут перерыв и снова трансляцию, включаю трансляцию новую, посвященную светлой памяти Александра Меня, одного из предтеч современного вот этого возрождения православного обновленчества, реформации. Вот, потому что сегодня день его светлой памяти, слушайте, 28 лет прошло со дня убийства Александра Меня. Он был убит, да, ушел в блаженную вечность как мученик именно сегодня. 9 сентября, память в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, память его сегодня. Блаженной памяти, светлой памяти был человек. Вот, значит, 28 лет назад я был тогда диаконом, и подиаконом, и чтецом, точнее, обучался в семинарии, значит, в московской духовной семинарии тогда, ну, 87-й год, 88-й год в Москве как раз тогда, значит, а в 90-м году, да, значит, я редко очень бывал там, значит, в Москве, но не имел такой большой возможности, но и подиаконское служение нес в Московской области тоже, значит, и как чтеца хором руководил там в Солнечногорске, в Московской области, вот так вот, где как раз мы с супругой моей познакомились, ну, еще в конце 80-х, да. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Сегодня вот день светлой памяти Александра, Меня и Александра Боярского. Также сегодня мы вспоминаем Александра Венянского тоже. Но Боярского вспоминаем еще почему? Потому что его расстреляли тоже как раз в это время, в этот день. В 37-м году вот, его расстреляли, дедушку Михаила Боярского, этого великого реформатора, мужа Божьего, одного из предтеч современной православной реформации. Слава Богу. Вот об этих Александрах поговорим. Но именно непосредственно сейчас трансляцию начну, через буквально пару минут. Это посвящено Александру Меню. Так что оставайтесь на канале. Все, с Богом, благословляю. Если кто уже сейчас на работу спешит, то тогда уже вечерком можете пересмотреть все это в записи, потому что все будет сохранено здесь на канале Ютуба. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю вас, дорогие друзья. Ну и как по скриптум скажу, что сегодня в нашей Киевской архиепископии будет служение. Я не буду у нас на служении. Я буду в гостях в Михайловской Борщаговке. В корейской церкви, ну как это так условно называемая корейская церковь, просто пастор этой церкви, он Ким, он кореец, с Южной Кореи. Я с ними познакомился, с его семьей, замечательные люди, слава Богу. Вот, и всю неделю то преподавал в семинарии там же. Это Михайловская Борщаговка, конечная первого трамвая, одним словом. От вокзальной прямо туда, там с Академгородка идут маршрутки, ну отовсюду. Это Михайловская Борщаговка, конечная первого трамвая, запомните вот и все. Это, значит, адрес, если в навигаторе, то цифру не вводите, а пишите буквами. Улица 9 мая, а дальше дом 7. Потому что я пробовал, значит, там цифрами не получается, не определяется. А вот... Так что подъезжайте, приезжайте. Пусть Бог благословит вас всех. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.